Тель-Авив – город всегда громкий, горячий, сумасшедший, сексуальный. Он никогда не спит. Сейчас Тель-Авив затих. Самолеты не летают, машины не ездят. Люди исчезли с улиц. Корабли не ходят. Говорят, мир остановился. А может, наоборот, мир начинается сейчас? Бездействие действия, работа в остановке. Каждый год в Израиле отмечают Йом-Кипур, день покаяния и отпущения грехов. Согласно Торе, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая поступки человека за весь прошедший год. В Израиле в этот день тишина. На улице никого и ничего нет. Город замолкает, как затих сейчас весь мир. Возможно, Йом-Кипур в этом году начался раньше, и не только в Израиле. Как знать? Я скучаю по любимому книжному. По любимому рыбному ресторанчику. По песку под ногами и соленому морю. По кафе под моим домом с турецким кофе и сладким миндальным печеньем. По людям, их улыбкам, по любимым друзьям и нашим разговорам с ними, по рынку с приставучими продавцами. Я скучаю по твоим пробкам и нервным водителям. Тель-Авив, я скучаю по тебе. Возвращайся таким, каким ты был всегда. Теплым, ласковым, любопытным, расслабленным, смешным, озорным, сумасшедшим, немного пьяным, спортивным и вкусным. Возвращайся скорее. Мені здається, що в цій історії кожен зараз пізнав себе. Хоча б на мить, хоча б на хвильку, але, мабуть, так і було. Огромное спасибо Таше, Всеволод Борисович, обязательно сьогодні, коли будемо говорити. Там нет ее фотографии под рукой, щоб показати? У мене нет Таши фотографии, но я уверен, что после этого сюжета в тех программах, которых мы далі будемо встречаться, мы обязательно познакомимся с Ташей и будем рядышком. Сейчас... Да, это Таша, и она с оператором, с таким, с Михаилом, с Мишей вместе это делали и снимали, трудились вообще трое суток. Очень красиво, да, ну просто да. Мини-кино, вы правы, это не, даже не сюжет, это небольшое кино. Когда она прислала этот клип, я ей написал: «Таша, можно я перешлю ваш клип сразу на Каннский кинофестиваль?» Да. Всеволод Борисович, я хочу вас познакомить, Евгений.